«Век губернии. Век ивановской науки». В июне 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, а уже в августе создан первый технический вуз в советской стране – Политехнический институт. Базой для него стал Рижский политех, который в годы Первой мировой пришлось эвакуировать из Латвии. Однако промышленный Иваново-Вознесенск нуждался не только в инженерах, но и в педагогах для школ, гимназий и реальных училищ. Решением этой проблемы занялся Педагогический институт. Как самостоятельное учебное заведение, Иваново-Вознесенский политех просуществовал до 1930 года, заложив начало четырех отраслевых вузов – текстильного, сельскохозяйственного, химико-технологического и энергетического. Тогда же был учрежден Медицинский институт. Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры. Это изречение принадлежит, пожалуй, самому известному русскому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. В 1869 году он совершил революционное открытие – периодический закон. Дело великого ученого по сей день продолжают во всех уголках земного шара. Ивановский государственный химико-технологический университет вносит свой вклад в большую науку. В 2018 он отмечает большой юбилей – 100 лет с момента основания. Сегодня химтех – это крупный научно-образовательный центр, в котором готовят высококвалифицированных специалистов. 7 учебных корпусов, богатая библиотека и, конечно, обширная материально-техническая база. ИГХТУ предлагает более 20 направлений подготовки по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. За вековую историю вуз выпустил свыше 60 тысяч инженеров. На базе химико-технологического университета действуют 4 диссертационных совета, которые ежегодно выпускают десятки кандидатов и докторов наук. Кроме того, вуз регулярно проводит международные конференции, посвященные актуальным проблемам химии. Участие в конференциях – это всегда возможность расширить и свои научные знания, завести новые научные контакты, новые коллаборации, соответственно, в дальнейшем продвинуть то научное направление, которым занимается данный вуз. Чтобы понять, с чего все начиналось, вернемся в далекий 1918 год. Отец современного химуниверситета – Рижский политехнический институт, а точнее его химический факультет. Если сейчас студенты ИГХТУ учатся в просторных корпусах, то 100 лет назад им было тесновато. Химический факультет располагался в стенах фабричного корпуса Куваевской мануфактуры, которую в народе называли «Куваевка». За несколько месяцев туда перевезли почти все оборудование Рижского политеха. В нашем музее находится уникальное оборудование Рижского политехнического института, которое было привезено сюда. Это наглядное пособие коллекции химических элементов, тоже очень интересное. Все, кстати, это производство Германии. Вот в этих ампулах содержатся в чистом виде элементы, в основном это металлы. Каждая ампула подписана по латыни. Читаем здесь и медь, и тантал, и вольфрам, теллур. Здесь даже есть золото, здесь даже есть платина. И даже уран. Особое место в экспозиции занимает 7-е издание одного из центральных научных трудов Менделеева «Основы химии». Книга с памятной надписью «На добрую память Владимиру Ивановичу Ковалевскому от Менделеева» с автографом великого ученого датирована 1903 годом. В коллекцию музея попала из библиотеки Иваново-Вознесенского политехнического института. В 1918 году было перевезено не только оборудование, но и оснащение, мебель и, конечно, библиотека. Этот шкаф книжный, в нем находились книги. Было несколько таких шкафов, но вот этот шкаф достался химическому факультету, и мы сохранили его. И когда возникла вот эта вот идея уже создать малый конференц-зал, вопрос об его интерьере, вспомнили об этом красивом шкафе и решили сделать его центром интерьера малого конференц-зала и, естественно, музея. 1 июня 1930 года – день рождения Иваново-Вознесенского химического института. К тому моменту он обрел главный корпус, в котором по сей день учатся студенты. Летом 1941 вместе со всей страной химтех был вынужден встать на военные рельсы. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт, а при кафедрах создали производство для нужд советской армии.
Выпускали и медицинские препараты, боеприпасы, бутылки с зажигательной смесью. За 4 года войны вуз ни на день не прекращал работу. В послевоенное время институт уверенно развивался. Советскому Союзу требовались специалисты, химики и инженеры-технологи. В разные годы в аудиториях ИГХТУ читали лекции академики Сыркин, Кутепов, Шилов, Яцемирский, Крестов. Тесная связь с Академией наук прослеживается в вузе до сих пор. Должность президента ИГХТУ занимает член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Оскар Иосифович Койфман. Есть такое старое выражение, которое я сам придумал. Химико-технологический вуз отличается от всех других тем, что в нем учат всему тому, что учат, чему учат других, но еще и химии. Поэтому химико-технологический вуз на самом деле дает очень широкое образование. И то, что я сказал, может быть, так мудрено, на самом деле это правда. Потому что образование, которое получает химик, оно очень широкое. У нас в стране всего осталось 2 химико-технологических университета. РХТУ в Москве и Ивановский химико-технологический университет. Но если РХТУ... это вуз, который работает в основном на Москву и Московскую область, то Иваново работает на всю Россию и снабжает кадрами ведущие предприятия химической, фармацевтической, пищевой отрасли, отрасли строительных материалов по всей стране. С течением времени в ИГХТУ открываются новые кафедры и лаборатории, отвечающие современным требованиям отечественной и зарубежной промышленности. Однако есть и такие направления, история которых ведет свой отсчет с далекого 1918 года. В составе химического факультета в Иваново из Риги приехала кафедра органической химии, через которую проходят практически все студенты вуза. На заре своего становления ивановские химики-органики сразу поняли, какие научные изыскания пригодятся текстильному краю. Упор делали на разработку новых синтетических красителей. В военные годы акцент сместился на лекарственные препараты. Для нужд фронта производили антибактериальный сульфазол. Новый этап развития кафедры начался в 1973 году, когда под руководством профессора Березина стали исследовать порфирины – макроциклические соединения, лежащие в основе хлорофилла и гемоглобина. Эти соединения находят большое применение в различных отраслях. От органической электроники, да, они позволяют, например, создавать гибкие солнечные батареи. Да, до медицины. Сейчас вот активно развивается такое направление, в том числе и профессором нашей кафедры, сыном Бориса Дмитриевича Березина, Дмитрием Борисовичем Березиным. Это использование порфиринов и их аналогов в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии опухолей. Борьба с раком по сей день остается одной из центральных задач медицины. Свой скромный вклад в создание лекарства вносит студентка кафедры органической химии Екатерина Кострова. Вместе с коллегами она работает над препаратом, который обладает высокой флуоресценцией. При введении в пораженные онкологией ткани соединение визуализирует опухоль. В целом, это направление одно из передовых в вузе. На исследование ученым удается получать многомиллионные гранты российского научного фонда. В нашей лаборатории мы получаем новые соединения, макроциклы. Макроциклами является хлорофилл, это пигмент зеленый в растениях, который находится. Также макроциклом является гем крови, он красного цвета. И мы получаем именно такие молекулы, похожие примерно на хлорофилл или гем крови. В том же 1918-м в наш город приехал профессорско-преподавательский состав кафедры минеральной технологии. Со временем изменились методы исследований и даже название научного подразделения. С конца 20-х годов это кафедра технологий неорганических веществ.
Один из основных объектов изучения – минеральные удобрения. Студенты занимаются здесь синтезом новых форм удобрений, а также разработкой катализаторов. Помимо теоретических знаний, молодым людям дают возможность получить практические навыки работы на производстве. Способствуют тесные связи вуза с такими крупными компаниями, как Еврохим, Фосагро, Акрон, Уралхим. Эти предприятия охотно берут наших специалистов, поскольку они себя хорошо зарекомендовали на этих предприятиях, работают на различных должностях, начиная от исполнительного директора и кончая там аппаратчиками. Аспиранты и магистранты кафедры увлечены научной работой. Один из них, Ярослав Сухачев, занимается получением катализаторов на основе никеля. В дальнейшем они могут быть полезны при гидроочистке бензинов. После окончания химтеха молодой человек планирует пойти на производство, параллельно занимаясь еще и научной деятельностью. Сейчас в России складывается такая ситуация, что наука и производство должны идти рука об руку. Новые технологии развиваются, каждый день появляется что-то новое в нашей стране, в мире. И поэтому уходить далеко от науки я не вижу большого интереса. Но и предприятия надо привлекать к этой работе. Химтех готовит не только первоклассные кадры для промышленных предприятий, но и специалистов, которые в силах спроектировать и собрать новое оборудование. Кафедра машин и аппаратов химических производств с 1957 года выпустила более 5000 инженеров-механиков. Студентов готовят по двум направлениям – для химических и пищевых производств. Дипломированных бакалавров и магистров ждут на заводах не только Ивановской области, но и далеко за ее пределами. Молодые люди получают практические навыки еще до официального трудоустройства. Все оборудование, представленное на кафедре, спроектировано магистрантами и аспирантами. Эта установка называется абсорбер, предназначена для очистки воздуха от различных примесей. Похожие агрегаты установлены на вредных производствах, которые выделяют в атмосферу аммиак, сероводород, углекислый газ. С помощью обычной воды и уникальной насадки, разработанной на кафедре, из воздуха полностью удаляют ядовитые компоненты. Это высокоэффективная пакетная хлевая насадка. Она сделана из маленьких одинаковых ячеек прямоугольной формы, которые соединены между собой в единый пакет. Эта насадка при малых своих размерах обладает высокой эффективностью очистки воздуха. Факультет фундаментальной и прикладной химии вот уже четверть века готовит ученых для научно-исследовательской деятельности. С первого курса молодые люди работают в лабораториях, причем не только университетских. Их также можно встретить в стенах Академического института химии и растворов имени Геннадия Алексеевича Крестова. Знакомство студентов с факультетом зачастую происходит еще до поступления. Каждое лето здесь организуют школу юных химиков, в которую приходят ребята, планирующие поступить в ГХТУ. Так, по рекомендации учителя, в летнюю школу попала Ольга Водянова. Девушку привлекла возможность работать в научной лаборатории. Теперь серьезно занимается исследованиями уже в качестве студентки вуза. Если человек потенциально заинтересован химией, ему она интересна, то, конечно же, наш университет открывает все перспективы и возможности для того, чтобы реализовать потенциал любого человека. И, в частности, летняя школа юных химиков – это такой проект, где можно как раз попробовать свои силы, оценить свою заинтересованность и понять, действительно, твое это или не твое. Наряду с химией студенты ИГХТУ изучают основы физической науки. Курс открывается классической механикой и заканчивается ядерной физикой. Химики при изучении свойств различных веществ широко используют физические методы исследования. В кафедре есть чем гордиться. Здесь создали уникальное оборудование, которому нет аналогов в России. Сотрудники объединили электронограф и масс-спектрометр в единую конструкцию. На нем студенты изучают вещества, которые в дальнейшем могут стать основой для запоминающего устройства в компьютерной технике. Он предназначен для изучения строения и ядерной динамики молекул. Химические эксперименты, аналитические эксперименты – это дорогостоящие, особенно если процессы протекают при очень высоких температурах, 1000 градусов Цельсия, 2000 градусов Цельсия и так далее. Вот. Но их можно смоделировать с помощью методов физики и математики, если мы знаем строение молекул и ядерную динамику молекул.
Нетрудно догадаться, что для серьезной научной работы требуется не менее серьезное оборудование. Стоимость одного прибора зачастую превышает несколько миллионов рублей. Химико-технологический университет регулярно обновляет материально-техническую базу и закупает новые сложные установки. Чтобы воспользоваться тем или иным прибором, могли все студенты и сотрудники. В ВУЗе создали центр коллективного пользования. Общая стоимость научного оборудования центра – более 100 миллионов рублей. Одно из последних приобретений – этот электронный микроскоп. На нем можно изучать процессы трения или рассматривать строение живой клетки. Если привычные микроскопы имеют предел увеличения до 2000 раз, то этот аппарат многократно превосходит лучшие оптические модели. Данный микроскоп, он позволяет разглядеть объекты в зависимости от самого объекта, от условий, от 2 до 20 нанометров. То есть это примерно 1/1000 миллиметра. То есть, если положить волос, начать исследовать волос, то можно исследовать структуру чешуйки этого волоса, как эти чешуйки сочленяются друг с другом. Конечно, научная деятельность – это не только сложные эксперименты, но и работа с профильной литературой. Вузовская библиотека насчитывает более 1 000 000 единиц хранения. Для удобства значительная часть книг оцифрована, все можно посмотреть в электронном виде. Помимо учебников, информационный центр предлагает доступ к ведущим научным журналам, в том числе вузовским. Студенты и педагоги и сами регулярно публикуются в авторитетных изданиях. Это позволяет привлечь дополнительное финансирование из научных фондов. Благодаря тому, что мы регулярно публикуемся в серьезной зарубежной научной периодике, мне, в частности, удалось выиграть ряд грантов, один из которых был для стажировки в Германии, в Гамбурге, на кольцевом ускорителе электронов, где мы анализировали структуру соединений, которые получаем в нашей лаборатории, и уже в дальнейшем в Британии для синтеза новых структур, которые используются как контрастные агенты при исследовании клеток. Конечно, львиную долю времени учащиеся и преподаватели ИГХДУ уделяют образованию и науке. Однако это не отменяет факта, что в университете может быть весело и круто. Один из самых ярких праздников здесь – День химика, который традиционно отмечают в конце семестра, перед каникулами. Площадка у главного корпуса превращается в импровизированную сцену, где молодые люди могут на один вечер забыть про обязанности и отлично повеселиться. Для многих химтех это не только альма-матер, но и большая профессиональная семья. На День химика приходят студенты и выпускники, давно закончившие вуз. Отличный повод повидать педагогов и просто хорошо провести время. Для меня День химика – это в первую очередь профессиональный праздник. Хотя в нашем университете он объединяет не только химиков, но и экономистов, механиков и гуманитарный факультет. Что для меня этот праздник лично, наверное, это веселье. Веселье, много номеров и очень ярких номеров. От российских студентов, но и от иностранных. В химико-технологическом вузе заботятся, чтобы студенты не только получили качественное образование, но и приятно провели время после занятий. Для желающих укрепить тело, тренажерный зал и спортивные секции ИГХТУ славится достижениями в игровых видах спорта. Особую известность получила баскетбольная команда химтеха. Кроме того, в вузе часто организуют соревнования по легкой и тяжелой атлетике. Те, кому по душе творчество, могут посещать выставки в Шереметьев-центре и галерее 6-й этаж, что в гуманитарном корпусе. Если хочется продемонстрировать свои таланты на большой сцене, к услугам студенческий клуб. И это далеко не все, что предлагает ИГХТУ воспитанникам. В 2018 году, когда химтех отмечает свой 100-й день рождения, можно с уверенностью сказать, что это крупный университет с серьезными научными школами и богатой историей. Вместе с педагогами студенты стремятся двигать науку вперед и модернизировать отечественную промышленность. Не случайно химико-технологический университет во все годы считался ведущим вузом страны и в годы войны продолжал готовить кадры и помогал фронту. И в 70-е и 80-е годы был признан ведущим вузом и был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 2005 году он получил благодарность президента. И сейчас он входит в топ-100 лучших вузов России. В химико-технологическом вузе, конечно, должны учиться люди, которым химия нравится. Химия – наука особая. Да, это наука о веществах и их превращениях, но на самом деле эти превращения должны нравиться.
Зерно высшего образования, посеянное в Иванове 100 лет назад, не только проросло, но и дает свои плоды. Ивановский государственный химико-технологический университет – это крупный образовательный и научный центр, кузница профессионалов для отечественной и зарубежной промышленности. Пожалуй, каждый студент химтеха на всю жизнь запомнит девиз вуза «Химия est vita» – «Химия – это жизнь».